Могли бы стажеру дать информацию, что там целая история с этим связана. И у Смурфа потеряно много здоровья, он ультует обратно по Бульбазавру. Кстати, почти Бульбазавра убивает. Бульбазавр вынужден был нажать на хил, и Смурф убегает. Команда Enix пошла ульта Баттера, боевика поймали, но и Смурф стоит золотым деревом. Enix, кстати, очень сильно поставили, Эдвард круто подбрасывает. Можно попытаться развернуться здесь, но Киров долго вытанковывает урон. Минус из Реали уже. Хватит ли урона сейчас? Нанхоли идет вперед. Дробовик может здесь попробовать сам что-то придумать, но Смурф на фул ХП. Что ты сделаешь такому Маукаю? Как ты будешь его убивать? Что вообще? Как Смурф? Можно потерять КП. Смурф! Ну пробейте его кто-нибудь! Он потерял треть КП. Нанхоли умирает от ульты Кейтлин, и на этом игра заканчивается. Enix могут попадать! Лекс бежит вперед! Соло! Сейчас может разнести всех Enix, но нет, он переиграл самого себя. Падает Лекс, идут вперед гамбиты. Блад Феникс старается танковать, но не тут-то было. Блад Феникс падает, гамбиты отступают втроем. Эта вышка все-таки упадет. Маукай вряд ли будет что-то делать. Смурф будет улынить. Это непростой весьма all-in будет для него. Нет, да. Он всегда может уйти, поэтому он прощупывает сейчас файрисы, насколько тот силен. Кстати, там есть Ignite у него, и у него-то бампироль-то присутствует. Так что подходит Никсар, Смурф ультует, надо выходить. Стрела промахивается, и через големов Смурф просто отступает. Тем временем падает лавовый дракон для команды Enix. Это два на миде, сейчас может пострадать. С любого паука очень сильно проседают. Смурфа нет задачи сейчас забрать синий. У нее есть задача не дать синий Аниве. Даже оп, с него опа, забрал. Стапа лейма. О, нет, Стархож Зак может умереть на ботлейне. Смурфу практически добивает. Догорит! Догорит Зак! Стархож Зак дает. Срубили полено, и Смурф наказал Зака. Уже успеет подойти, и вас все равно. Ой, Смурф играет супер агрессивно по даблейму. Банжур, банжур не уйдет здесь никак. Сколько скиллов здесь отдали Enix. Зак пытается уйти. Подъему. Кира продолжает преследование. Питер Покер может на развороте сыграть очень хорошо. Команда боевик из Кира выплешивается, старается уйти. Очень много дэмэджа идет по Смурфу. Смурф должен эскейпнуть, и скорее всего он уйдет. Для как раз дабл эйма и Старкожа Зака, да, есть игроков INX. Ну да, и в первую очередь с этого ничего не получит ни INX, ни Вейвиктис. Смурф дабл эймом, дуэль очень интересная. Гардиан Энджел все еще есть у Смурфа, он пытается развернуться по дабл эйму. Доигрывает еще, Игнать пошел, дабл эйм, еле-еле живет, флашится, запирает Смурф эту нидли. Шатдаун получает Смурф, и INX здесь в итоге, ну, неофициально эйсит команду Вейвиктис. По стажеру вместе с Кирой. Ульта пошла, Саулиус все еще жив. Докси ставит свой купол. Стажер тем временем гонится за Саулиусом. Появляется здесь Смурф. Саулиус пытается отступить, а релая-то нет у Саулиуса, но стажера можно добить. Докси урон! Ульта из реаля! И умирает все-таки Грагас. Цепляет у Смурфа, подвязывает скэш. Подходит Винсент Вега, мега форма. Станется Докси. Идет дальше урон. Станет Смурф двоих. Винсент подставился под этот стан. И Смурф отлично выходит из драки. Ну а тем временем Т2 долго не простоят здесь. Если сейчас Эниксы ситуацию перестоят, прыгает вперед стажер, пытается сыграть. Ой! Выбрасывает вместе с Докси. Ульта Кигарима, ульта Азира. Все просто в сумбуре невероятно умирает Азир. Стажер тоже умирает. Все нами пока что живут, кроме Виктора. Смурф прыгает вперед. Ультой двоих. Прекрасный ульта. Винсент Вега или живой. Убивают Эниксы практически всех. Минус еще и скэш сейчас может быть. Смурф идет дальше. Викрит гонится вместе с ним за Докси и за скэшом. Докси уходит через стенку. Смурф прыгает вперед и убивают скэша. Прекрасная драка от Эникс. Минус 4. У Нави и всего лишь двоих потеряли здесь Enix. Последние два сезона. Посмотрим, по Смурфу играет Вега Сквадрон. Зарак заходит сюда, замедление пошло. Смурф выкидывает, но он поле не было слыша. У него чтобы переплажить, а вот Смурф отлично играет слыша по Зонзараку. Уже три готовых предмета. Сейчас Эдвард получил хуе, чуть не отъехал. Смурф, есть серьезные проблемы, он разворачивает Эдгера. Чарш, какой урон по Зонзараху прогонит, выкидывает своим ультимейтом Смурф. Обоих игроков. Серьезные проблемы? Не слышу. На Атоми пошла агрессия, кстати. О, Джастуб неплохо разыгрывает свой урон по Смурфу. Смурф уже больше 50% здоровья потерял. Хороший урон, Джастуб, эфир пошел. Смурф флешится через стену под Игнайтом. Догорит ли Смурф? Он хилится с помощью Субджугейта. Еле-еле выживает этот Трандл. Ну, сейчас он начнет отхиливаться очень сильно. Сколько сейчас ХП получает Смурф? Сейчас не на скрине игры и свои даблы. Бьет. Смурф отошел в Дипкрейзи, пытается добить его. Здесь нужен Игнайт. Джастуба он еще не откатился. Смурф под Субджугейтом продолжает жить. Ультимейт проводит от Джастуба. Хиткрейзи старается выжить, но не получается. Неудержим Смурф, он продолжает бить игроков Team Just. Тем временем падает там стоп на ботлейне. Ну и сейчас, похоже, Альбус Нокс готовы будут эту игру закончить. Еле-еле живет Джастуб, старается уйти. Бумеранг и Севир! А,
стоит отметить, Эзреальс получил свой пауэрспайк. Снова Смурфа пытаются уничтожить, у него есть флэш. Эмпайром очень сложно его забрать. Ультимейт проходит по Смурфу, его выбивают здесь, старается добить. Муму скидает свой таунт. Здесь появляется паранойя, но как долго живет этот Смурф, его просто не убить. Здесь подходит сюда стажер, попытается разыграть подкидывание по троим. Его сразу пытаются взорвать в ярости стажер. Тем не менее, он падает, паранойя здесь еле-еле живет. Его бил долго на шорт, скорее всего, паранойя упадет. Здесь Смурф не убить его никак. Даблкил для этого Свейна. Пытаясь выжить, но догорит ли он от пассивки Брандера? Нет, не догорел. Стажер с флеша играет по Бульбазавру. Бульба еле-еле живой. Он старается уйти. Здесь Смурф кидает рут по Бульбе. И этот Невермув все-таки настигнул Джина. Краудконтроль повизен, как и помогут. И бахал от барона Шора тоже. Смурф забирает этот ингибитор. Тем временем команда Торнадо Рокс возвращается с подзятого барона. Но Смурфа уже им не догнать. Хотя Рикса здесь пошла с ультимейта. Повиз продолжает движение. Смурф может погибнуть. Здесь слишком далеко все его союзники. Смурф использует ультимейт. Встанет немашки. Повиз бегает дальше. Пошел урон. Стрела не попадает. Здесь по Смурфу. Смурф старается уйти. Кидает свой бумеранг. И он выживает. Продолжает жить, дамажит по Ликриду. Смайли. Минус Ликрид продолжает жить. Идет от Джина прокат. Смайли наконец-то умирает. Отличный Гнар был только что. От Гнара как раз идут дальше по Занзаре. Переключаются. Санта взрывается. Даблкил для Миракла. Идет Драктара. На топе. Там, между прочим, убивает Ганфланка. 1-2. Смурф. Может убить Занзару. Смурф! Олдар Топпер из СНГ делает даблкил 1x2 и показывает, кто здесь царь топ-лейна. Умирает тем временем стажер и Миркл со стороны Альбус Нокс, и размен получается вполне таки себе даже ровным, потому что очень сложно горного дракона из такого будет получить. Смурф по Смайли играет, прекрасно отыгрывает Ганфланка, и еще именно Санхори сейчас будет, пытается убить Киру. Киру забивает даблкил для Ганфланка, 6-2-2, Смурф 9-8 в пользу Альбус Нокс Луна. Но, по-моему, по-настоящему неудержимыми в этом гранд-финале являются Альбус Нокс Луна, которые, начиная с третьей игры, просто без единой осечки могут сейчас реверс-свип устроить. Умирает сейчас Виктор, но в секунду Смурф аннигилирует Смайли и выигрывает гранд-финал чемпионата СНГ.